Вёска Залесье Черчевского района, территория акционерного товариства «Звезда». Пеший транспортный сродок, який спиняє супрацовник Державтоінспекції, грузовик задійничано на перевозку збожжа. Офіцери ДПС цікавить правильність оформлення путевого листа з наявністю ознаки медика по допуску до роботи і наявність водительського посвідчення. І ще про некілька хвилин правоохоронники перевіряють територію коля кукурузного поля. Тут дві основні задачі – профілактика крадежів сільськогосподарчої продукції і попередження такої заяви, як злів палива з сільгостехніки з метою його незаконного продажу. Крыху позднее керовництво «Звезды» запевнить, с такими заявами тут так само ведут боротьбу и довольно поспехово. Серьезно надо к работе относиться. Ну, а сливы топлива, это было поначалу, пока людей приучали к работе, к порядку, к дисциплине. Теперь таких случаев у нас вообще не наблюдается. У складі рейдового екіпажу обласного управління внутрішніх справ супрацовники Державтоінспекції, відділу по боротьбі з економічними злочинствами і управління охови правопорядку і профілактики. Гэта дає можливість проводити моніторинг усебакова. На гэты раз заваг нема ні у кого. Самое главное – это определяє свой контроль физического состояния и техническое состояние транспортных средств и комбайнов убирающих. Значит, по замечаний по данному хозяйству у нас нету. Сёлета акционерное товариство «Звезда» – соправдная зорка. В Астане на сегодняшний день средняя урожайность сбожжевых 68 центнеров с гектара, а УСУ – увогуле 80. По территории эта господарка у Чечевском районе бодай самая великая, причем часто палетки находятся на довольно значной отлеглости, а тому увага стану техники першочерговая. На мехадворе акционерное товариство «Звезда» не только бзусим тихо, але зернеуборочной техники тут нема. У всех комбайны на палетках, некалькі тракторов рыхтуются уже до осинской посевной. У работников мехдвора сапраўды золотые руки. Довольно значную частку рамотных работ и они выполняют самостоятельно и якостно, что у свою чергу становчим чином отбивается на ходе полевых работ. Иншая справа, что простою, нехай и не вельми протяглых, может быть меньше. На думку керовництва «Звезды», опережать сельгаспредприемцев, повышенная увага необходима и их партнерам. В усиляким разе тем промысловым предприемствам, якія вырабляют запасные частки для сельскохозяйственной техники. Запасные части, которые быстро выходят со строя, поэтому поломки бывают. Конечно, хотелось бы лучшую иметь запасные части, ну и, соответственно, технику нашу. Качество очень слабое. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Чечевский район.